это не надо. Так, это. Всем привет, ребята! Вы на канале Таежный гость. Так. Поменял, кстати, у бати в гараже. А то все писали жужжащую лампочку. Вот такую поставил светодиодку новую. И получается там тоже поменял на новую светодиодку тоже поставил. В общем, все теперь тип-топ. В гараже уютно, спокойно и тихо. В общем, решили съездить с братом на проверку донечек. На налимчиков. Надо убраться. У меня тут небольшой хаос. Так, телефончик надо возьмем. Надо убраться. У меня тут небольшой хаос. Вот такой такенный. Вот, в общем, делаю окушный движок. Ой, вот так я его делаю. Движок кулаки. Ну, то есть у вездехода. Купил вездеход. Вездеход движком атаки. Не знаю, много у меня планов на него. Надеюсь, оковский движок будет работать хорошо. Хотя все друзья говорят, что надо поставить китайский и не морочиться. Так, 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 так. О, ласточка. Так. Так. Есть какие-то косяки именно переключением скоростей. Все, она вошла сама. Так. Так, надо закрыть гараж. Чтобы тепло все не ушло. Так, подождем немножко, пусть остынет. Гусеница за что-то. Так, перевернем-ка. Эти. Братан уже там что-то дровами вошкается. Перевернем. Чего? Согрел. Ну да, он же в гараже был. Нет? Ну, надо ведь поработать. Так он же в гараже был, в теплом. Иди сгоняй за этими санями маленькими. Зачем? Ну, сюда сани поставим маленькие. И ведро. Но ванна. Но? Ну, иди по пути, да, круг сделай, да, принесешь. Сам сгоняй, что это я гоняю? А? Давай быстрей. Я же сказал ему, сани возьми и так. А чего, зачем он такие круги делает? Лишь бы погонять. Так, ладно. Блин, я варежки не взял, варежки оставил. Там сзади. Вот. Все вот там, как его. Винни. Крюк там! Да! В общем, собираемся. Ну я же развернул, давай сюда приедь, приехал бы сразу. В общем, братан свои эти какие-то коррективы вносит. Кипиш в наш этот, нашу поездку. Непонятные телодвижения. Вот. Панталыга. Солнышко встает у нас. Все топят и свои избы. Баньки. У нас сегодня 31-е, Новый год. В общем, блин, смотрю на брата и не понимаю его телодвижения. Вот. Ага, и это. В общем, у нас Новый год на носу. Сегодня будем отмечать.
пускать колесики. Ну а в преддверии Нового года, надеюсь, Дедушка Мороз и нам подарочек оставил в лунках. Батя говорит, рыба идет валом. Так что пойдем проверять наши доночки. Ух, ничего себе. Вот такой красивый, ребят, пейзажик. Не знаю, снял или нет с горы. В общем, батарейка села у меня. Вот у нас сосед проверяет доночки. А вот такой. Ну что ты стоишь, давай. Может, уже начнем работать. Ну давай начнем проверять. Что стоишь? Бери лопату, кидай дальше. Пока летит, отдыхай. Ну что ж, на главный круг овальчик идет. Держи. Нет, дай бог, там нету. Дай мне эту, как его. Крюк не дай, я оттаю. На, оттай. На, держи. Дай мне его. Так, сейчас надо, чтобы немножко стоял. Вот такой вот. Чего? А, нет, тащите. Тащите, я думал уже. Ну-ка. Я думал, тоже зацеп. Я тоже думал, уже зацеп. На втором. Секреты не выдавай. На каком дорнике? На, держи. А, блин, липнет-то как в руке. Все, хорошо, как идет. Все, а? Живчик уже пришел. Ну что ты делаешь? Вытащи его еще сильнее. Да нет, ты сюда, блин, три раза его круканул. Три раза, иди варежки одень. Прям хорошо крюканул. Прям хорошо, да ты, блин, три раза крюканул их. Ну я не попадал еще. Ну-ка давай, покажи. Надо было по башке, конечно, ударить, чтобы он сдох. Ну давай, красивый пейзаж, ребят. Не то, что некоторые. Давай, поднимай. Килограмма на где-то в районе уже 5 этот. Ну, по крайней мере, 4,5 прошлые было, а этот, я думаю, поболее. Ну-ка, покажи бошку. Поверни его башкой. Короче. Вот такой вот новый трофейчик в копилке Данила. Да. Что-то ты его крюковал как-то больно уж долго. Давай, убирай. Убирай его в сани, и что, давай дальше делать. Блин, в общем, ребят. Руки мерзнут. Градусов у нас сегодня 26 вроде бы. По термометру. 29? Да. Даже 29 по термометру, в общем. А так как бы чувствуется немножко все из-за небольшого ветра. Блин. Крючок вот, нельзя на. Уже понес. Но, сними. Вот. И вот вся полыня у нас там парит, в общем. Смотри, как кожа. В общем, долго балаболить не буду. Холодно. В общем, пока голяк. Вот одного поймали, и больше Дедушка Мороз не хочет нам подарить подарочек. Так сказать, бонус за наши усилия. Такой мороз. Братан говорит, что у него уже ноги начинают замерзать. Хотя, что греха таить, у меня тоже начинают потихоньку замерзать. В прошлый раз эта лунка дала нам наливчика. Может, сегодня тоже даст нам хороший экземплярчик. Без перспективняк. Дело идет к вечеру. Ну, как бы все относительно к вечеру, потому что сейчас быстро темнеет. И этот
Вот, вроде как еще день, а световой день короткий, и из-за этого как будто бы уже и вечереет. Вот. Рыба не клюет. В одном месте стянули живца. И как бы особо-то и похвастаться нечем. Солнце садится за горизонт. Да, красота. Но немножко все-таки напрягает то, что руки мерзнут. Небольшой ветерок все равно присутствует на реке. И соответственно холодновато. А так в целом потихоньку колем лунки. Сегодня уже хорошо их прихватило. Лопатой не отобьешь. Надо будет, надо печней как бы работать. И соответственно все это занимает больше времени. Вот. Людям нипочем мороз. Все ездят, все догоняют. Собачка моя куда-то ушла. Бежит по... Блин, шапка теплая, но заколебала. Падает на глаза. Юка! Юка, Юка, Юка! 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 Лок! Юка, Юка, Юка! В общем, собачка убежала вон аж туда. Куда-то идет. В соседнее село, что ли, она собралась. Ну что ж, не будем терять времени, потому что темнеет. А я даже фонарик не взял. В общем, делаем дело. Он братан проверил. Что-то ошкается там. В общем, как-то так, потихоньку работаем. Вот так прошла наша рыбалочка. Поймали одного налимчика, получается, и больше удача не улыбнулась нам. Ну ничего страшного, один налим, как говорится, это не пусто, а довольно даже очень густо. Вот, так неплохо, я считаю. А сейчас потихоньку едем домой. Солнце уже спряталось за горизонт. Виднеется такой багрянец. Ну и как обычно, красивый туман от полыни. В общем, едем домой. Собака нас что-то ходит, бегает.